40 самон, да, килограмм? Да. А что такой старый? Прикинь, мужик говорит, снимать запрещено, но я там не вижу никакого знака. А для плова который берут? Лазер регар, да? Помидор 15, огурец 4, представьте. А он аги проземе за 3 покупал? Все, все, проблем нет. Че, американский или китайский, что ли? Таджикский? А? Узбекский? С Китая или откуда? Из горы Таджикистана. Сейчас мы узнаем цены на мясо, на муку узнали, и потом узнаем картошка, лук, морковка и в основном все продукты. Салам алейкум, друзья, мы находимся на рынке Сахавад и сегодня узнаем, какие цены и смотрим до конца. А чё мука? Мешок. 170 за 175. А дастархан у вас есть? Нету дастархан. Нету. А вот который самый лучший? Вот это Костана есть. Вот самый лучший. Костана. Печеные лепешки, подъем, хороший гарантий. Вот это пролетарс какой? Пролетарс, вот это который, вот это самый. А было 153, по-моему, дастархан, да? Почему подорожало? Нормально. Почему подорожало? Он замкнулся и нету ответа. Сейчас мы узнаем цены на мясо, на муку узнали, и потом узнаем картошка, и лук, морковка и в основном все продукты. Не переключайтесь, все за мной. Смотри, он спит, я вдруг возьму картошку, а он не поймет даже. Почем картошка? Братишка, почему спишь? Чего хобби? Савдор, а кем их на? Чандиши? О чем картошка? А? Нету? Тогда возьму пару штук, да? Вот взял пару штук, даже никого нету. Это все шутка, пранк. Не будем воровать, но... Видите? Продавец, продавца нету. Даже можно... взять и уйти. Продавца не было, можно даже было картошку взять и уйти, но месяц Рамадан, мы не воры, не будем воровать, дальше не переключайтесь. 15 самани? 15 самани, почему так дорого? 2 ребята, 15 самани. А подешевле не будет? Подешевле никак нет. Пошли дальше. Опа. Кислячка, да? Почем? 5 самани? Что так дорого? А это почем? 35? Что, американский или китайский, что ли? Таджикский? А? Узбекский? А почему так дорого? Что люди приехали с России, надо сразу... Блин, дорого очень. Это 5 самани, это 35. Какая разница? Это подешевле идет. А это подороже? Что, с Америки, что ли, возят? Или с Китая? Или откуда? Из горы Таджикистана. Нашинский, а почему? Эй, нашинский, почему? Таджикский, ну, дорогой. А, за труд, да?
Не надо на кинляка. А, все, все, гав, монет, братан, все, нормально. Желаю тебе успехов. Почем огурцы? 4. 4, о, было 5. 4. Месяц. Рамадан. Стало 4, да? На самончик, да? Да, подешевле сделали. А вот это? Тоже 4 самончика. Это так. Урзу, это рейганский. Знаете, нам... Сколько кило? Ну, килограммчик. Один? Да. Маленький, большой, средний? Нет, нормальный. Нормальный. Было 5, а в месяц Рамадан стало 4, нормально. Поставьте палец вверх, кому интересно. На пятерку сделать или на 4 хватит? На 4, на 4. Я, мой канал, я сам себя снимаю. Все, никакой проблемы. Я для своего канала сам себя снимаю. Через пару дней я уезжаю в Россию для себя снимаю. Наоборот, я палец вверх, палец вверх. Все, все, проблем нет. Просто говорю, было 5, стало 4. Приходите, покупайте на рынке Сахалат. Все четко. А помидорчики почем? Это курганские, грунтовые. Почем? Это 14 килограмм. Что так дорого? А по 5, по 6, нет? А очень скоро будет. Сейчас самозачитать. Через месяц, да? Нет, почти ничего. Ну, да, через... А когда Рамадана будет? А, спасибо. Это же грунтовый. 6, да, сдачи? Да, 6. А, спасибо, брат. Это 22. Братан, это помидор или хурмо? Это помидор или хурмо? Что за, сорт? Какой сорт? Черный помидор. Представьте, черный помидор. С Китая привезли, что ли? Опа, яблоко. Почем яблоки? Алло, почем яблоки? Можно, да, да, бесплатно возьму. Кто продавец? Мама. Почем? 7. 7? Да. А вот это? То же самое. Что так дорого? Было же 3. По 8, по 9. 3, 3, 3 самона было же. 3 самона? Честно? Я у ноги про земли за 3 покупал. Все, все, проблем нет. Дальше. Дальше идем, дальше. Помидор 15, огурец 4, представьте. Яблоки 7, а было 3. Ну, нормально, неплохо. Пойдем спросим, килограмм мяса сколько стоит. Вот яйцо есть 85 дирам, 80, 60, 70. Ахтакор. Файзобот. Маврук. Файзобот, файзобот. Да, да. Пахтакор это курганский или наш таджикский? А? Худжанский. А почему 60? Или маленький из-за этого? Это 85 файзобот, а это 60. Какая разница? А, маленький из-за этого? Ясно. Ясно, ясно, ясно. 70. 70 дирамов.
Какой? Хороший. Ага. Маленький, да, по-моему? Это большой возьми. Большой, это хороший. Курганский, да? Да. Самый большой у вас какой? Курганский хороший. Или? Мабрук это Худжанд или? Курган. А, Курган. Давайте мне 6 штук. Хорошо? Или мне 6. Туда? 6 на 5 само. 6 на 5 само? Хорошо, нормально. Ага, сами возьмете, хорошо. Так, 6 само, ну вот как раз сдачи вам. 5. А? 5 или 6? 5. 5, ага, вот. О чем рис? 12, юбилей Ригар, лазер Ташкент. Ташкент почем? 14. 14. 13, юбилей Оучувоз. Исфара? 12. 13 или? Ташкент, лазер. Самый дорогой ташкентский, да, лазер? А для плова который берут? Лазер Ригар, да? А чем отличается вот лазер Ташкент от Ригар? Вкусный? А, хорошо, спасибо. Вот юбилей 12. А, хорошо, хорошо. Мы сейчас мясо спросим, потом к вам подойдем. Хурут? А это с чем, зеленым, что ли? Нормально. Давай мясо спросим. А чё мясо? No comment, не разговаривай. Кто сказал мумкинез? Для себя я снимаю. Мумкинез. Для себя снимать мумкинез, что ли? Прикинь, мужик говорит, снимать запрещено, но я там не вижу никакого знака. Но я же для себя, для своего канала, для своих подписчиков снимаю. Какая проблема, мужик? Самон, да, килограмм? А что такой старый? Говорили 45. No comment, никто не разговаривает. Старый. Мясо старый. Когда базаришь на русском, никто не отвечает. Тут, походу, ярмарка, да, была? Она. А, не знает, мужик, не знает. Ну, нормально. А чё масло? 50. О, привязали, чтобы никто не украл, прикинь. 4 литра 49 само. Так, масло 53. Вроде думаю, что не такие уж космические цены. Я вот купил огурцы за 4 и яйцо за 85, да, по-моему. Ну, вроде та же цена. Мясо тоже за 40. Мука, ну, немножко подорожала за 175, да? 175. 170. Ну, я покупал в прошлом году за 153, да, Дастархан. Но ничего страшного, нормально.
вот друзья нашли тенечек, мой зонтик. Вроде зашли на рынок Сахават, цены нормально, вроде неплохо. Как и было, так и осталось. Думаю, что я буду каждый день приходить и делать тут покупки. И советую вам тоже приходить сюда на рынок Сахават. Отличные цены, доступно все. И неплохо. И вот эта машина тоже неплохо, если нас до дома довезет. Да, тут можно даже вот так лежать и наблюдать за всеми. Братан, ваша машина. Не ваша, ага, понету. Спасибо хозяину. Не снимай, не снимай. Ну что ж, ребята, желаю всем успехов, удачи и до новых выпусков на канале UGP Чаолонг.